Сергеев оставляет шайбу за чужим видео. Наброс на ворота, но там никого из партнеров нет. Кирилл Петров состязается в силе рук. Сергей Мозякиным и проигрывает это единоборство. Но теперь там начинается битва. Столяров бьет уже поверженного соперника. Петров пока еще занимается обнимашками. Понятно там, что произошло. Тимкин Сергеева прям вот просто лечит. Говорит, не надо тебе туда. А теперь вспомните мои слова как раз от Чеботуркина. Я думаю, что ЦСКА так должен был сделать, хотя там момент такой произошел. Атаковали Мозякина, Столяров. Не так и грязно, в принципе. Мозякин ушел от целого приема, потому что видел его. Сколько штрафного времени выписать каждому из участников этой драмы для того, чтобы у нас овертайм в НХЛ-овском формате 3 на 3 не игрался прямо сейчас. Понятно, тут максимум 4, минимум 4 на 4. Вот момент сейчас. Там, конечно, у Каледника не было шансов против Столярова.